الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وجميع براتيا дорогие гости السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله хвала Всевышнему Аллаху за то, что Аллах дал нам возможность благословлять Его пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, своего любимца, нашего господина, алейхи саляту ва саллям. Алхамду лилля, то, что Аллах дал нам возможность собираться, вспоминать, рассказывать про Него, алейхи саляту ва саллям, истории, которые являются, как в некоторых книгах пишут, кутуль кулюб, питание для сердец. Пользуясь случаем, мы хотели бы еще раз выразить благодарность нашим братьям, нашим какамахинцам, которых ежегодно организовывают такие красивые, хорошие маджлисы. Пусть Аллах будет вами доволен, и пусть Всевышний Аллах даст тауфик, как сегодня собрались вместе с нашими братьями, собраться вместе с нашими праведными машаихами, наставниками и вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллама. Уджанна тульфирдаус, Аллахума амин. Мы с вами знаем, что сколько бы мы ни говорили, время ни проводили, рассказывая о пророке, саллаллаху алейхи ва саллама, завершать, как говорится, сказать на этом конец невозможно, потому что посланник Аллаха, Всевышний Аллах, ниспослал к нам, саллаллаху алейхи ва саллам, настолько детально все подчеркивая. Каждый в случае жизни, он является для нас примером, поэтому кто бы, даже говорится, каждый алим, если даже будет рассказывать про пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, даже если не повторяясь, много чего можно рассказать о пророке, алейхи ва саллама. Поэтому наш благодатный маджлис, я бы хотел предоставить, чтобы мы, иншаллах рахман, начали наш маджлис с благородного чтения Кур'ана. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Инна фатахна лака фатхан мубина. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد. Альхамдулиллах, баракалла деда Наби. Мы еще раз хотим сказать баракалла нашим братьям, которых не ленясь ежегодно организовывают такие маджлисы. В благородном хадисе нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, говорится, кто бы ни стал причиной, кто бы ни пришел на маджлис ради Всевышнего Аллаха, ради пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, этот маджлис он не покинет, кроме как очистить от всех своих грехов. Прощенным и чистым возвращается, как в день своего рождения. Поэтому, пользуясь этим случаем, мы просим Всевышний Аллах, чтобы Аллаху Та'ала дал нам возможность, дал Аллаху Та'ала нам тауфик, чтобы мы с вами изучали
Здесь написано пророка, саллаллаху алейхи вассалам, следовали за ними, также старались быть похожими хоть в каком-то мере на пророка, саллаллаху алейхи вассалам. У нас, альхамдулла, красота маджлиса являются наши алимы, наши люди, которые нам рассказывают о пророке, саллаллаху алейхи вассалам. Альхамдулла за это. Я бы сейчас хотел предоставить слово нашему брату, имаму Гунибского района, Аль-Асхаб Разаков. Пожалуйста, брат. А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллахи раббиль аламин. Хамдан юафи ниамаху ва юкафи мазида. Вас-салату вас-саляму аля Мухаммадин ашрафиль мурсалин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма ба'д. Дорогие братья, уважаемые алимы, баракатный джамаат, ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. Сегодня безгранично рад, дорогие братья, присутствовать на таком баракатном маджлисе, посвященном месяцу Раби'уль-Ауаль, месяцу, в котором родился любимец Аллаха, лучший из людей, пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям. Конечно, безграничная хвала Всевышнему Аллаху, который дал нам сегодня такую возможность собраться в доме Аллаха, провести такой прекрасный, баракатный маджлис. Пусть Аллах Всевышний сделает такой наш этот маджлис причиной для смывания наших грехов, чтобы Всевышний Аллах простил нам всем наши грехи, грехи наших родителей, родных и близких. Амин. Потому что такие маджлисы, дорогие братья, о которых пророк, алейхиссаляту вассалям, в многочисленных хадисах говорил, одном из таких хадисов пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорит: «Поистине, один хороший маджлис, он становится причиной для смывания грехов тысячи плохих маджлисов». Пусть Аллах Всевышний сделает наш этот маджлис именно таким. Далее, дорогие братья, когда в сердце человека есть вера во Всевышнего Аллаха, туда вложена и любовь к пророку, алейхиссаляту вассалям. И эту любовь мы не должны скрывать, именно когда, особенно тогда, когда наступает месяц, в котором родился пророк, алейхиссаляту вассалям. Поистине, вера во Всевышнего Аллаха и любовь к пророку, алейхиссаляту вассалям, это две неразделимые вещи. И невозможно представить веру во Всевышнего Аллаха без любви к пророку, мир ему и благословения Аллаха. Передавая повеление Всевышнего Аллаха, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Не уверует из вас истинной верой никто до тех пор, пока он не полюбит меня больше своего имущества, больше своих детей и больше самого себя». И, конечно, эта любовь, которая у нас есть к пророку, алейхиссаляту вассалям, и следование за этим пророком, саллиллаху алейхи вассалям, она станет причиной для смывания наших грехов. И ровно настолько, сколько мы изучаем жизнь пророка, алейхиссаляту вассалям, вот настолько и мы будем любить пророка, мир ему и благословение Аллаха. Ведь как можно любить человека, когда мы об этом человеке ничего не знаем? Поэтому мы, чем больше изучаем жизнь пророка, алейхиссаляту вассалям, тем больше и у нас будет любовь пророку, алейхиссаляту вассалям, и следование за этим пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Как мы ранее сказали, и это может стать причиной тому, что Всевышний Аллах простит нам все наши грехи. По этому поводу можно привести один случай, который был в Медине. Это во времена пророка, алейхиссаляту вассалям. И это то, что вы, наверное, тоже слышали, что у одного человека был сын, настолько плохой, нехороший, что когда этот сын умер, похоронить его собственный отец не пришел. Представьте себе, дорогие братья, что у человека умирает сын, и похоронить своего сына, проводить его последний путь,
родной собственный отец не приходит. Настолько плохим должен быть этот человек. И через некоторое время этот отец видит своего ребенка, своего сына в раю, как он наслаждается райскими благами. Удивленный отец спрашивает: «О мой сын, ведь ты был настолько плохим человеком, как ты удостоился такой чести, что Всевышний Аллах простил все твои грехи и по милости своей отправил тебя в райские сады?» Этот сын отвечает: «О мой отец, поистине для этого стал причиной пророк, алейхиссаляту вассалям. А именно, когда пророк, алейхиссаляту вассалям, отправился в очередной поход со своими сподвижниками на газават, и когда пророк, алейхиссаляту вассалям, возвращался обратно, я, говорит, вместе с остальными жителями Медины пошел на окраину города, встретил пророка, алейхиссаляту вассалям. И одного из сподвижников, который был рядом с пророком, алейхиссаляту вассалям, в этот день, я, говорит, спросил, как себя чувствует пророк, алейхиссаляту вассалям, как он, что с ним? И этот сподвижник отвечает: посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, вернулся целым и невредимым. С ним все хорошо, и он чувствует себя великолепно. И тогда, говорит, этот сын, говорит, в это время, говорит, я искренне обрадовался этому. Искренне обрадовался тому, что с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ничего не случилось. Что он вернулся целым и невредимым. В этот момент, говорит, я искренне обрадовался этому. И эта радость, которая у меня появилась в сердце в этот момент, в этот миг, это и стало причиной, говорит сын своему отцу, что Всевышний Аллах простил нам все наши грехи и по милости своей отправил меня в рай. И поэтому, дорогие братья, месяц Рабиуль-Ауаль, как мы знаем, это месяц, в котором родился пророк, алейхиссаляту вассалям. И если мы тоже будем радоваться наступлению этого месяца, будем восхвалять пророка, алейхиссаляту вассалям, будем изучать жизнь пророка, алейхиссаляту вассалям, что он любил, что ненавидел, семья пророка, алейхиссаляту вассалям, радоваться рождению пророка, мир ему и благословение Аллаха, то есть надежда на то, что Всевышний Аллах и нам простит все наши грехи, иншааллах. Дорогие братья, мы не знаем, находясь в этом мире, где и с кем мы будем находиться в день Великого Суда. Мы же не знаем. Но однако Всевышний Аллах нам всем дает возможность выбрать, где и с кем мы будем находиться в день Великого Суда. Этому свидетельствует хадис пророка, алейхиссаляту вассалям, где пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: человек будет находиться в судный день с теми, кого он любил в этой земной жизни. И пусть каждый человек, начиная с меня, задаст себе вопрос, кого он больше любит, за кем он следует, с кого он берет пример, кому он пытается подражать, и вот кого мы представляем, от кого мы берем пример, вот с этими людьми, дорогие братья, Всевышний Аллах воскресит нас в судный день. Дай Аллах Всевышний нам всем тавфик изучать жизнь пророка, алейхиссаляту вассалям, чтобы мы любили пророка, мир ему и благословение Аллаха, и соберет нас вместе с нашим любимым пророком, алейхиссаляту вассалям, с устазами и алимами в джаннату аль-фирдаус. Аминь. И напоследок, дорогие братья, я хочу сказать, что, конечно, любовь сподвижников, которая была к пророку, алейхиссаляту вассалям, она не могла быть на высшем... То есть любовь сподвижников, радуяллаху анхум, у них была на высшем уровне. И такая любовь, которая была у сподвижников, конечно, этой мы не сможем достичь. Но это не значит, что мы не можем чувствовать, то есть любить пророка, алейхиссаляту вассалям. Когда пророк, алейхиссаляту вассалям, находился рядом со своими сподвижниками,
В один день пророк, алейхиссаляту вассалям, обращаясь к этим сподвижникам, говорит: «Как же я скучаю, тоскую по тем братьям и сестрам, которые появятся, то есть по тем братьям и сестрам, которые полюбят меня больше всего на свете». Удивленные сподвижники спрашивают: «О посланник Аллаха, не среди нас ли они?» Пророк, алейхиссаляту вассалям, говорит: «Нет, это те братья и сестры, которые появятся после меня, и они полюбят меня больше всего на свете». И по таким братьям и сестрам, дорогие братья, пророк, алейхиссаляту вассалям, скучал. И пророк, алейхиссаляту вассалям, всегда думал о своей умме, переживал за нас, заботился о нас. Даже в предсмертный час, когда пророку, алейхиссаляту вассалям, пришел ангел Джибриль, алейхиссалям, пророк, алейхиссаляту вассалям, спрашивает Джибриля, алейхиссалям: «О Джибриль, есть ли какая-нибудь хорошая новость для меня?» Джибриль, алейхиссалям, говорит: «Да, о посланник Аллаха, поистине врата рая для тебя открыты». Пророк, алейхиссаляту вассалям, говорит: «Нет, о Джибриль, я не об этом. Есть ли другая хорошая новость для меня?» И тогда ангел Джибриль, алейхиссалям, говорит: «Да, о посланник Аллаха, поистине ангелы семи небес нарядились и ждут ко встрече с тобой». И тогда пророк, алейхиссаляту вассалям, не успокаивается. И тогда тоже посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, говорит: «Нет, о Джибриль, я не об этом. Есть ли другая хорошая новость для меня?» И тогда Джибриль, алейхиссалям, говорит: «Да, о посланник Аллаха, поистине Всевышний Аллах для других пророков и для их общин рай сделал запретным, пока туда не войдешь ты и твоя умма». И тогда пророк, алейхиссаляту вассалям, успокоился. Вот видите, дорогие братья, в предсмертный час, когда мы видим человека, который умирает, какая паника у него бывает, как он переживает за себя. И каждый человек будет переживать только за себя. Он не будет думать о своих детях, о своей семье, близких и родственников. Он будет переживать за себя. Как же я? Что со мной будет? Но однако пророк, алейхиссаляту вассалям, не думал о себе, не думал о своей семье. Пророк, алейхиссаляту вассалям, переживал за нас, дорогие братья. И давайте мы тоже будем взаимными нашему любимому пророку, алейхиссаляту вассалям, будем почаще восхвалять пророка, алейхиссаляту вассалям, изучать его жизнь, исследовать по стопам нашему любимому пророку, алейхиссаляту вассалям. Пусть Аллах всем нам поможет, даст тавфик и примет наш маджлис и станет причиной для смывания наших грехов. Вассаляму алейкум ва рахматуллах. Субхана раббиль аля.
У нас, как мы с вами видим и понимаем, раз за разом, год за годом у нас, аль-хамдулиллах, посещают нас разные люди, разные богословы, и каждый богослов хочется поздороваться за руки и сказать ему огромное баракалла, спасибо человеческое. У нас имам Газали есть книга, его последняя книга называется «Минхаджуль Абидин». В этом книге он приводит, что кто бы не поздоровался за руку алиму, это словно человек будто здоровается с пророком Аллаха. Кто бы не посмотрел с ученым человеку с хурматом, с уважением, это человек будто посмотрел на лицо пророка, саллаллаху алейхи ва саллама. Такие очень много хадисов приводится, и еще другом посланник Аллаха, алейхи ва саллама, в своем хадисе не раз приводил и говорил, между алимом и пророками нету почти никакой разницы, кроме вахью. Поэтому они являются доверенные люди Всевышнего Аллаха на земле, эти алимы. Поэтому нам нужно их уважать, нам нужно их ценить, нам нужно их любить. Здесь было немало сказано. У нас, аль-хамдулла, и этот наш маджлис, что чем украшает, это мы сказали, присутствие алимов. И еще что радует наших гостей, было сказано, что еда уже все готова. Человек, который хочет кушать, сказали, все подано, пожалуйста, подходите, кушайте. И, как говорится, дуа не забывайте за наших всех братьев. Здесь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, здесь хотелось бы напомнить, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассаляма, многих маджлисах упоминал и переживал, говорил, как я скучаю по своим братьям. Если вы их увидите, передавайте им салам от меня. Таким образом, здесь наш брат упомянул, и каждый здесь сидящий является братом пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. И, конечно, каждому этот ход мы слышим, думает, что я брат пророка, вот я красавчик. Так и думают многие, но давайте посмотрим наш образ жизни. Мало ли среди нас братья, которых братья с братом не разговаривают. Ни разу у нас не переживали за это пророк, саллаллаху алейхи ва салляма. Немало у нас семей, которые человек, мужчина, женился на девушке по велению Аллаха, по пути пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, ты свидетелях женился и может нагло оскорбить свою жену, может ее нагло обидеть, может ее с ней даже... Ну, что попало, делаем и говорим мы, братья пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, чтобы такие случаи у нас не случались, нам Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит, в Коране тоже обращается, бисмилляхи рахмани рахим, «Куль, ин кунтум тухиббуна Аллах, фаттаби'уни». Аллах Тааля обращается к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «О, Мухаммад, скажи им, скажи людям, которые себя называют верующими, если вы любите Аллаха, то последуйте за мной». За пророком, саллаллаху алейхи ва саллама. Поэтому кому-то может показаться, что думают, да, многие даже встречались, когда в России встречаются иноверцы, которые говорят, я верю в Бога, я признаю всемогущего Аллаха, но они пророка Мухаммада не признают. Поэтому их вера не принимается, потому что пророка Аллаха не признают они из-за этого.
А если мы с вами верим Аллаху Субхана ва Тааля, нам нужно любить пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и следовать за ним. Но еще раз, как Али Асхаб рассказал, невозможно любить того, кого не знаешь. Хоть как бы здесь имамы, алимы, пены изо рта не говорили, любить надо пророка. Сейчас сегодня подрастающее поколение, удивительные дети у нас рождаются на сегодня. В школе, когда выступаешь перед детьми, говоришь, девушкам надо прикрываться, мужчинам надо одеваться подобающим. Они говорят, почему? Вы представляете, такие вопросы спрашивают, почему говорят? Получается, отец, который ходит в мечеть, слышит проповедь алима, надо любить пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, надо любить ислам, слышит, но дальше он от него манфаата нету. Он дальше не передает свои знания, он не любит пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Получается, в словах мы это слышим, ушами слышим, но не действуем, действия не показываем. Потому что, когда даже есть такой вот ши'ру нашид, говорят, что когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорят, что его многие любят, доводом является это то, когда его имя вспоминают, у любящих из глаз слезы текут. Сердце тоскует, глаза плачут. А у нас, к большому сожалению, только вот человек, даже когда мальчик спрашивает отца, отец, возьми до меня мечеть. Вот может отец прийти в мечеть, но сына оставить дома. За телефоном, за компьютером, за телевизором. С собой не взять ни на рузма, ни на праздничный намаз, ни на какой намаз. Как будто он один мусульман в семье, и все, хватает. И получается, что его сын вырастает, девушка спрашивает отца, почему я должна прикрываться, я хочу вот так ходить. Отец не может и уже объяснить, уже бьет, как у нас говорят, сос. И не может уже спасти свою семью, объяснить своей семье, почему они обязаны. Потом он задумывается. У меня был такой случай, вот недавно у нас в городе приходит взрослая женщина, ей, наверное, свыше 60 ей лет было, которых я не спрашивал. Она чуть не останавливается, плачет. Зашла в кабинет, сидит, плачет. Спрашивает, в чем причина, почему ты плачешь? Она говорит, сына, которого ночью не спала, растила, образование воспитала, образование дала, высшее образование дала, на работу устроила, поженился, все. С мамой даже не здоровается. Отцом даже не здоровается. Они живут в одном доме. В первом этаже отец, мать, в втором этаже они живут, сын со своей семьей, даже не стыкуются. Даже сын отдельно, как говорится, вход для себя, подъезд сделал, уже отдельно со старого двора уже вход сделал. Вот мама сидит, плачет, что случилось, не знаю, говорит, будто жена околдовала, будто жена вот обратилась к кому-то, сделала сабаб, чтобы муж именно только ему был, ей только слушался. Вот таких сабаб у нас очень много. А у нас один единственный вопрос, уважаемая мама, родная мама, ты совершаешь намаз? Вот такие у нас, к большому сожалению, мусульмане сегодня. Хоть мы говорим любить пророка. Любить пророка невозможно, не практиковать жизнь пророка, саллаллаху алейхи ва саллама. Она говорит, нет, отец совершает, нет. Тогда говорю, чего тогда ожидали? Аллаху Та'аля говорит нам, что повинуйтесь мне, следуйте за моим пророком, саллаллаху алейхи ва саллама. И я сделаю так, что ваши проблемы решим. Потому что Всевышний Аллах что говорит? Кто меня не боится, я дам власть над ним тому, кто меня не знает. Поэтому, братья мои, нам нужно сегодня изучать написание пророка, саллаллаху алейхи ва саллама. Читать вместе с детьми, вместе с семьей книги про пророка, саллаллаху алейхи ва саллама. Поэтому, альхамдулилля, у нас есть алимы для этого. Кто что непонятно, спрашивайте. Поэтому не нужно бояться, стесняться. За то, что мы сегодня боимся, страшимся, многие дети, которые вот пересекают, покидают дом отца, вот идут учиться в город, они представляют, вот ислам, кто соблюдает, мусульман, они фанатами видят. Потому что отец дома был фанат, мама дома укрывалась, не понимала, почему она укрывается. Отец, когда сын спрашивает, отец, почему я должен молиться? Он говорил, надо. Не объяснял, не разговаривал со своими детьми. И если надо, уже сын говорит, заставь меня тогда молиться. Когда уже сына пора женить, он говорит, отец, не вмешивайся, я свою жизнь сам лучше знаю. И что получается? Женится, разводится. Отец спрашивает, что случилось, почему ты так позоришь нас? Не твое дело, оставь меня. Не лезь в мою личную жизнь. Вот так портится отношения родителей с детьми. Если мы их строим, думая, что им надо
деньги давать, им надо дворцы строить, квартиры в городе покупать, не нужно ничего. Нужно в первую очередь воспитание давать детям. А без примера из жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалам, воспитывать детей невозможно. Поэтому мы, как говорится, скучаем, любим наших, альхамдулиллах, алимов, чтобы они нам рассказывали. Сейчас я хотел бы предоставить слово нашему Мухаммаду Хаджи, уважаемому Даудову. Пожалуйста, Мухаммад Хаджиев. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وأسوة للناس أجمعين أرسله للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья, наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям открыл свою жизнь, показал своими действиями, своими словами людям все, что нужно делать. То есть свою жизнь он открыл для всех. Будто это мусульмане, будто это не мусульмане. Для всех он открыл свою жизнь. И это была открытая книга, в которой не было ничего непонятно. Все было ясно. Даже строчка не была, которая да, вот, запачкана, чтобы кто-то не увидел, не понял это. То есть, имеется в виду, его жизнь настолько была открыта. Для всех. Как мы знаем, даже те люди, которые старались уничтожить его, ну, когда у них спрашивают, а кто он, что он сделал, они не могли найти в его качествах ни одну малейшую недостатку. То, что они могли найти, это то, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, призывает к единое Божие. Чтобы поклонялись Всевышнему Аллаху Джалла Ва'ан. Они поклонялись этим камням, которые они своими руками создали. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, он разрешил своим сподвижникам следить за ним, за его действием, за его поступком. И после этого, когда они увидят его действия, они это распространяли. Распространяли. И то есть человек бывает попадает в трудные моменты, бывает гневанный, бывает радостный. Во всех состояниях человек меняется. Вот эти все, вот это его жизни, которые происходили, все это увидели сподвижники, радиаллаху анхум, и передали другим. Также его жены, то, что происходило у них, его в личной жизни, его доме с женами, это тоже они рассказали. То есть, как вел пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, с ними и так далее, чем он занимался. Поэтому из-за того, что они все это передали, мы сподвижники, радиаллаху анхум, мы поняли, как он кушает, то есть как надо кушать, как одеваться, как даже подмываться. То есть все, что нужно для человека в жизни, все это передали. И из-за этого мы узнали это. Потому что все действия нашего пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, это была религия. Религия и шариат. Все, что он делал, это был религия, дин и шариат. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорил: «Хакум сирати кулля». Вот моя жизнь, вся моя жизнь вот для вас. «Ва афали джами'аха». И все мои действия. Вот вы смотрите, говорит, за мной, следите за мной, что я делаю, чем я занимаюсь. Поэтому, уважаемые братья, жизнь нашего пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, семейная биография нашего пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, была великой во всех отношениях. И его преданность своим женам была чрезвычайно благородной, благородной, добродушной и щедрой по характеру. Почему, уважаемые братья, я рассказываю отношения пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, к своим женам? Потому что очень много проблем в нашей семье. Очень много проблем.
Иногда бывает даже 75-летний человек, вот один раз звонили, 75 лет человеку и жене три раза вот это. Вот вы же знаете, после 75 лет дети, внуки выросли, ему и жениться невозможно, и сам один остается. Это очень некрасиво. Нехороший пример он дает для своего потомства. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «Самый лучший из вас тот, кто лучший для своей семьи. А я из вас самый лучший для своей семьи», сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Также он говорит: «Акмалу муминина иманан ахсанум хулукан ва хиярукум хайрукум линисаихим». Полноценный, уверовавший человек, то есть, чтобы наша вера стала полноценной, необходимо быть человеком нравственным. Если нет нравственности, хорошие качества нет, значит, проблема твоей веры есть. Иман неполноценный. И «вахиярукум хиярукум линисаихим», и «из вас самые лучшие, те, которые лучшие для своих жен», сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Аиша радиаллаху анха спросили, чем занимается пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, у себя дома. Она сказала, что он помогает нам. Помогает нам. А когда настает время намаза, он говорит, все оставлял, бросал и уходил на намаз. В другом версии есть, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, чинил свою обувь, шил свою одежду. И как простой, обычный человек, который у себя дома вот таким был. Хотя он был самым великим и самым лучшим из творений Всевышнего Аллаха, джалла ва аля, и были люди готовы его в руках носить, даже он, ему не понадобилось что-то поднять. Но однако он был самым простым человеком. Он показал нам, каким должен быть муж у себя дома. Как мы знаем, он даже доил барашку и так далее. Очень много из его жизни, удивительные качества его. Но вместе с этим, вместе с тем, что был посланник Аллаха таким великим, нравственным, самым лучшим человеком, и его жены были самые лучшие из общин, ну, произошло одно то, что произошло между ними. Как это требует, да, вот природное качество женщин, да, вот выводит из себя мужчин. Иногда, как говорится, вот, поднимает рот на мужчин и так далее. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал отношение этого в том, что женщина создана из ребра. И самое высшее, говорит, ребра, это говорит, самое кривое место, говорит, где выше. И знатные люди делают тафсир для этого хадиса в том, что говорит, это то, что выше, вот кривое вещь, это говорит язык женщин. Вот это говорит, самое то, что говорит у женщины плохое, который приносит вред для мужчин. Даже бывал такой момент, что одна из жен могла обидеть пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, эта обида продолжалась почти на целый день. Но, однако, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, быстро прошал своих жен, а остальных тоже. Мы это знаем из его истории. А как вы думаете, когда у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, его семье происходили такие моменты, а что может произойти в нашем доме? Когда мы даже одну десятую часть не следуем за нашим пророком, саллиллаху алейхи ва саллям, когда нет у нас такие качества, и тем более у наших жен. Однажды жены пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, собрались, потому что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, иногда у него были такие моменты, что он целый месяц, или два месяца, или три месяца в семье костер не жигли. То есть кушать, еду не готовили целые три месяца. Такие моменты были. У них только было финики и вода. И все. А с водой не говорят. Поэтому они из-за того, что у них такое трудное положение, все жены пророка,
саллаллаху алейхи ва саллям, радиаллаху анхунна, они собрались и потребовали от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы он увеличил расход на них, чтобы побольше расходовал на них. И это разозлило пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? То, что когда было же, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, давал, но когда нету, никто же не может дать. Любого из нас, если, например, жена будет требовать то, что не в твоих силах, конечно, он тоже будет гневаться на них. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, поклялся, клянется Аллахом, говорит, я из-за вашего вот этого поступка, говорит, я на целый месяц я вас оставляю. Целый месяц он оставил всех своих жен. И после этого Умар, ради Аллаху анху, зашел в мечеть и вдруг слышит, что там люди разговаривают между собой, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, дал развать своим женам. Развелся со всеми женами. Узнав об этом, Умар, ради Аллаху анху, зашел к своей дочери Хафсат и говорит, «О, Хафсат, говорит, неужели ты могла довести до этого пророка, саллиллаху алейхи ва саллям? Неужели ты могла навредить нашему пророку, саллиллаху алейхи ва саллям?» Тогда, говорит, когда он этого сказал, Хафсат заплакала и спросила, и факульту айна расулла. Тогда, говорит, я Умар спросил у нее, где же посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. Она сказала, что он у себя. Тогда Умар, радиаллаху анху, когда зашел к пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, увидел, в каком состоянии находился пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. Каким был его постель, какая была? Такая мягкая, как у нас диван? Нет. Тонкая, только такой маленький, тонкий коврик был у него. И то, что из еды, которая у него была, запас еды, не как у нас холодильники там полные, там на 3-4 месяца мясо ставим и так далее. У него пшеница была, вот горсть пшеницы только была. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. Увидев все это, Умар, радиаллаху анху, не смог удержать свои слезы. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, о, Умар, что же тебе заставило плакать? Он говорит, о, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, я вижу, говорит, вокруг, которые есть короли, как они живут, в каких ниматах живут они, в каких крепостях они живут, а ты самый выбранный творение Всевышнего Аллаха Джалла ва Аля, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. И я вижу твои состояния, говорит, я не мог удержать свои слезы. Тогда пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, о, Умар, не будешь ли ты доволен, если Аллах даст нам ахират, а этим царям, говорит, дунья. Конечно, Умар говорит, я буду доволен этим. И продолжалась вот эта ситуация целый месяц, 29 дней, и был ниспослан аят Всевышнего Аллаха Джалла ва Аля, бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхан набий кули азваджик, ин кунтунна туридна лхаята дунья ва зинатаха, фатаалейна уматтиакунна ва усаррихкунна сарахан джамила. Ва ин кунтунна туридна Аллаха ва Расула, ва дара лахира, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Смысл аята, о пророк, скажи своим женам, которые собрались у тебя, прося увеличить расходы на них, если вы желаете земной жизни, то приходите, я дам вам, наделю вас благами, дам вам то, что есть у меня, и отпущу вас прекрасным способом, не причиняя вам вреда. А если вы хотите довольствовать Всевышнего Аллаха Джалла ва Аля, довольствовать пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, и ахират, то есть хорошие награды в вечной жизни, то проявляйте терпение и знайте, что Аллах уготовил искренне добродеющим из вас великую награду. И тогда, когда был этот ниспослан аят, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, первый зашел к Аишату, радиаллаху анха. И говорит, я Аишат, я хочу сделать предложение для тебя, но я пожелал бы, чтобы ты не поторопилась выбором. Сперва посоветуйся с родителями, а потом сделай для себя выбор.
Она говорит: «О посланник Аллаха, что это ты мне предлагаешь?» Он говорит: «Вот такой аят ниспослан», говорит. «Если ты хочешь дунья и красота этого дуньяна, то я это вам дам, то, что есть. И пойдешь к своим родителям и будешь наслаждаться там. А если ты хочешь пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, и Аллаха, и пророка, и ахирата, то прояви терпение». Она сказала: «О посланник Аллаха, в отношении тебя я буду советоваться с родителями, что ли?» «Нет», говорит, «я выберу Аллаха и его посланника, и ахирата». Вот так же каждой жене он зашел и вот так предложил. И все они выбрали Всевышнего Аллаха и посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, и даруль ахира. Уважаемые братья, когда вот такое дело произошло в доме пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, дом, которым являлся примером для всех, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, являлся примерным для всех, и его жены тоже являлись матерями муминов, уверовавших, как вы думаете, что может у нас произойти? И как мы провели бы себя? В этом, уважаемые братья, есть для нас пример и пример для наших жен. Как и пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ла ябгуд муминун муминатан, ин кариха мина хулукан, радия мина хулукан ахар, ахраджа муслим фи сахих». Вы говорите, не злитесь, мумин, пусть не злится на мумина, то есть имеется в виду мужчина, не злится на свою жену, если, говорит, он обнаружит какой-то поступок у жены нехороший, который ему не нравится, пусть, говорит, на это закроет глаза, пусть ищет другие достатки, которые закроют это упущение ее, потому что в другой стороне может быть намного лучше, потому что во всем человек быть идеальным, это невозможно. Нету, братья мои, нету. Идеального человека нету. Идеальный бывает только пророк, алейхиссалату вассалям. Поэтому мы должны, нашим долгом является терпение и стойкость. Из-за мирских проблем не надо, чтобы распала семья. И когда наши дочери приходят к нам, жалуясь на обстановку, которая есть у мужа, мы не должны их поддерживать. Вот очень печально в том, что сейчас родителям приходится, когда дом строят, строить комнату для дочери. Друг, если там развод дадут, чтобы она могла где-то жить. Почему мы до этого должны довести родителей, уважаемые братья? Почему мы должны разводиться? У пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, видели, да, вот в этой истории, не было ничего, кроме вот этого зерна, вот столько то, что у него было. Месяцы они проводили, кушая финики и воду. Мы же знаем, из дозволенных самый, то, что Аллаху не желаем, это развод. Хотя это дозволено человеку, но Аллах не любит это. И вот такое же, это большое правило, уважаемые братья, в отношении с женами, также в отношении с людьми. Чтобы наше братство укреплялось, мы не должны искать: вот он такой, он тот сделал, это тот сделал. Ищите оправдание. Ищите другие качества, которые вам понравятся. Пусть Всевышний Аллах Джалла ва Аля поможет нам, чтобы мы могли стать следователем нашего пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, и стать примерным для подрастающего поколения. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Аллаху Аллах, я Аллах. Аллаху Аллах, я Аллах. Аллаху Аллах, я Аллах. Шафаат, я Расул Аллах. Аллаху Аллах, я Аллаху Аллах, я Аллах, шафаат, я Расул Аллах. Язык мискин бани Адам, дунья дусби кулли хуни, дунья мурад ли хушад ли,
خراب بكل حني دنيا حني أمضد كالصاد رحمن قم أرطل حني حل الدنيا لحد بقول أحبال له مسكين حني دنيا حل معبود صبي شرخ لحواق بلا صبي إيمان إسلام دالاي هالاي ذكر تصبح لاقر صبي بصر من دش لا أولي چول حل أنسلق فجل صبي أي مسكن حول أبدال دش أحبال لقال حني الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله شفعت يا رسول الله أظهر بارح غافل لي كرخد جولي قاقر بازي سكبر كري بلي سلعين اقر حوش انجر لزي اقوي غركي لزي و الله كرخد كفر لغاي لزي ابقد لي الحيش والله جهنم برغير حوني دنيا بكار حد لالاغ عبادتنا باقا حوني دي زبهر حد بقول مراد برت الحق صحولانوني الله إكار يا دل الله سأنسبق بكل حني حول الدنيا لحد بقول أحبال لمسكين حني الله الله يا دنيا حد شل أنبل قولي درقات جواهر عمرو فايدا قلي درخا قولي عذري يا إليس أحل داش دي قيري تبرحي حوني أي مسكن حوما أبدال داش أحبال لي حول قردش فانا دنيا لي حد بقول أحبال لي سن لا مرتدش مطاوكي لي حوش ايتايف وقد لي دنيا لي سلغدش قيام برحي الله لي جواب سلو يا داحوني الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله شفعت يا رسول الله مؤمن آدم لا حل أمتاز فانا دنيا جاغا باقر دنيا لسني كحباقي بيل هل جنتازي وهارق واقر عبد الله حضر دنيا لي ظلمت لأم عبر جاقر
Брат Мухаммад Салам, имам села Бурдеки, пусть Аллах будет доволен. Вот мы сами видим и понимаем, как влюбленные сердца пророка, саллиллаху алейху саллама, влюбленные, да, сердца пророка, саллиллаху алейху саллама, Аллах делает так, чтобы они даже вот сами, как стихи, звучали от пророка, саллиллаху алейху саллама. Поэтому мы сами многие, эта эпоха, альхамду, у нас прошла, но сегодня последним бывают такие ребята, которые спрашивают про маулид. Об этом мы должны все уже как говорится, убеждены и понимать, что это рекомендуемое, необходимое на сегодняшний день это событие, что маулид это упомянуто, во-первых, и Всевышний Аллах упоминает нам об этом, чтобы мы с вами радовались, где в Коране Аллаху Та'аля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ, обращаясь, Всевышний Аллах нам говорит, по милости Аллаха, по Его благочестию, Аллаху Та'аля нам говорит, обращаясь к этому именно аяты, говорит, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, ради этого радуйтесь, радуйтесь. И алимы толкуют этот аят, муфассиры говорят об этом то, что жизнь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, была милость для нас, как Мухаммад Хаджи рассказал, была милостью для верующих и для неверующих. Ирхамук Аллах. Вот тогда, пользуясь случаем, этот момент нам нужно понимать и осознавать, что как она могла быть именно для неверующих милостью, да? Даже если спросить. Вспомните Абу Лахаба. Самый злейший ярый враг Всевышнего Аллаха и Пророка, саллаллаху алейхи ва саллама. Коран Всевышний Аллах уготовил ему в аду место уже. При жизни было неспослано аят Абу Лахаб, что он будет в аду. Но этому глупому человеку, если он прочитал бы шахадат, он мог бы, как говорится, опровергнуть и религию Аллаха, и Пророка, саллаллаху алейхи ва саллама. Но Аллах ему не дал такую аклу. Такой разум Аллах ему дал настолько, чтобы он шахаду почитал и опроверг аят. Могло быть такое, например, тебе говорят, ты будешь в аду гореть, ты намаз не совершишь, ты будешь в аду гореть. А вместо того, чтобы задуматься, на самом деле, я же ад же это нехорошая вещь, нехорошее место, как никак для грешников, я же мусульманин. Давай я начну молиться. Нет. Говорят, что будь то будет. Если мой тухон тлевел заслуженно будет в аду, я с ним в аду тоже буду. Вот так просто шутят наши люди. А настолько Аллаху Та'аля получает, дал человеку бесценный жемчуг разум, и разум, руководствующий религию, Аллах дал, показывал нам через пророка, саллаллаху алейхи ва саллам, поэтому этим нам нужно пользоваться. И поэтому Всевышний Аллах, субхана ва Та'аля, даже поминает, что Абу Лахаб был проклят, Абу Лахаб был этим грешным, дальше больше адским человеком. Всевышний Аллах ему напоминает, когда его брат, родной Аббас, дядя пророка, саллаллаху алейхи ва саллам, Абу Лахаб тоже будет дядей. Как с тобой обошел Всевышний, о мой брат Абу Лахаб? Он что говорит? Да, как Аллах обещал, я нашел правдой. То, что говорил мой племянник Мухаммад, я нашел правдой, нашел истиной. Но по понедельникам Аллах мне облегчает наказание. Вопрос. Об этом упоминается и в хадисах. Об этом упоминается и Всевышний Аллах в Коране. Кто оспаривает Коран и хадис? Что такое маулид? Это же радость, следуя за аятом Всевышний Аллах, мусульмане его проводят, чтобы оказались, имам нам, алейхиссалям, рассказал, вы будете с теми, с кем вы любили в этом мире. Это же любовь пророка, саллаллаху алейхи ва саллама. Поэтому Мухаммад Саид Рамадан Аль-Бути, рахима Аллах, в своей книге упоминает, человек, который говорит, маулид нельзя, маулид радоваться нельзя, это нельзя, этот человек подобен шайтану. Почему? Единственное творение Аллаха, которое не обрадовался появлению Мухаммада на земле, это был Иблис. Это был шайтан. Поэтому человек, который тоже не радуется приходу пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом мире, что он вытащил тебя, Всевышний Аллах, субхана ва тааля, из мрака невежества, среди истины. А кто он такой, кроме как шайтан? Поэтому, братья мои, не нужно каждому, просто мы это как бы не знаем, не изучаем, не спрашиваем, сами не знаем, и дети наши не знают об этом. Поэтому, братья мои, нам нужно это следовать за этими алимами, слушать их, следовать то, что они нас призывают, к чему призывают. Вот вспомним историю пророка, алейхиссалату вассаляма. Изначально
Вот у нас сегодня, обычно у нас маджлис проходит близ таких вопросах-ответах. Вот сейчас такой, иншаллах, мы сделаем такой вопрос, да. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, родился в каком году? Год? Слона называют, да. Когда спрашивают историю, а почему год слона? Почему не называют, исламисты почитают верблюд? Почему именно слон? Почему не год верблюда, а год слона именно? Историю этого года слона многие не знают. Сами намаз совершают. Многие уже люди, уже об этом молящиеся люди, посидевшие уже люди, но эту историю они не знают. Эта история, что-то вам расскажу я. Эта история связана с королем Йемена Абраха. Этот человек увидел, он же король, он хочет, чтобы все, как Мухаммад Хаджи рассказал, короли хотят, чтобы для них было внимание. Они дунианские люди, они хотят, чтобы им было внимание. Они себя чувствуют богами на земле, не дай Аллах. И тогда этот Абраха видит, что мусульмане, вообще всего мира верующие, почитают Каабу, дом из камня. Он такой подумал, если это такой дом из камня, почему бы мне не построить, чтобы меня тоже люди почитали? Он такой дом построил, как Кааба, из золота. Из золота построил такой дом. И тогда он говорит, вот посещайте это место, оставьте этот камень. И он видит, что все равно люди ходят туда. И один из верующих людей узнал об этом, что он сделал, золотую Каабу сделал, чтобы люди посещали. Он там исправляет нужду. Зашел туда, исправил нужду. Узнал об этом Абраха, кто сделал? Верующий сделал. Который посещает Каабу, да. Валлахи, клянется тоже своим величием, тоже этот король Йемен Абраха, я эту Каабу непременно разрушу. Пусть одна будет святина на земле. И это будет мой дом, который я построю. Вот так Абраха собрал целые огромные войско, армию, собрал большие огромные слоны. Почему? Потому что большие стены этой Каабы разрушить слонами для него легче. Он так подумал. И этот человек направляется армией, приходит в Мекку, окраины Мекки, он видит пастухов, которые пасут верблюдов. Он их тоже, как говорится, у нас захватывает, арест взял. И отправляет человека, гонца говорит, приведите мне короля Мекки. Они думают, что короли, там тоже короли бывают. Они приводят дедушку пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Абдул-Муталиб, радиаллаху анху, Абдул-Муталиб, разговаривая с ним. Он говорит, ты знаешь, меня, говорят, люди встречали, это Абраха Абдул-Муталибу. Меня люди на коленях встречали. Цари меня просили, чтобы я их щадил, а ты, я вижу, вообще даже преклоняться не умеешь. Кто ты такой вообще, Абдул-Муталиб? Он говорит, я Абдул-Муталиб, я раб Всевышнего Аллаха, я являюсь священнослужителем, то есть людей, которых обслуживающих паломников, посещающих эту Каабу, и простой человек. И тогда он посмеялся. У меня, говорит, тебе вопрос, одно у тебя условие. Что хочешь, проси, одно условие. И ты уходи с моих глаз, говорит Абрах. И Абдул-Муталиб что говорит? Вот эти, которые ты арестовал, эти верблюди мои верблюди верни, делай, что хочешь. И тогда Абрах еще больше так удивился. Я думал, ты попросишь за Каабу, за Мекку, чтобы ее оставили, не разрушили. А ты, оказывается, верблюди переживаешь. И что сказал Абдул-Муталиб, радиаллаху анху? Верблюдов я хозяин. У Каабы, у Мекки свой хозяин есть. Его Аллах защитит. И тогда Абраха тоже такой настойчивый, как у нас бывает, когда у нас человек ислама призывают, говорят, тебя Аллах накажет, брат, не пропускай намаз, это не делай нехорошие вещи. А, эти сказки ты бабушкам рассказывай, говорят, настолько не верят. И так тоже Абраха такой гордый, говорит, посмотрим, что твой Бог сделает, когда я буду разрушать Каабу. И Абраха со своей слоновой армией направляется туда. Все, Мекка тоже пуста, Кааба свободна. И он думает, сейчас вот-вот его развалю. И что получается? Слоны пали на колени, как у нас говорят, делая поклон, почитая дом Всевышнего Аллаха. И они уже развернулись. Он, что бы ни делал эту слоновую армию, он не смог остановить, удержать этот Абрах. И Аллаху Та'аля что сделал? Когда Намруза, Ибрахим алейхиссалам призвал к исламу, Намруз что сказал? Я готов воевать с твоим Аллахом, говорит. Зови его на поединок, я готов с ним воевать. И что сказал ему этот Ибрахим, алейхиссалам? А с кем ты хочешь воевать? Какую армию ты хочешь воевать со Всевышним Аллахом? Он даже сказал, что? Насмехаясь, он ему сказал, камарами. То есть камар, маленький такой камар, он даже не посчитал, это такой, как шутка сказал, с камарами. Аллах Та'аля что сделал?
Вот маленький такой комар стал причиной этой гибели этого Намруда тоже. Поэтому это Абраха тоже, Аллаху Та'ала защитил свою Каабу как птицы. Такие вот, маленькая такая птица, Абабиль, которая упоминается в Коране, Аллаху Та'ала их через маленькими такими камушками закинула, как у нас говорят, как бомбежка, да? Так настолько, что Абраха, как говорится, там и погиб, и умерли они, опозорившись. Эти истории Аллаху Та'ала рассказывает нашему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы он нам рассказывал. Для чего? Чтобы мы сами задумывались. Их ошибки, чтобы не повторяли. На эти грабли, чтобы не наступали, и гордыми себя, чтобы не вели. Потому что каждый гордый, он будет унижен перед Аллахом. Поэтому нам Аллаху Та'ала призывает нас. И тогда Всевышний Аллах показывает пример. Этот год запомнился, это был как год. Слонов, да, целое нашествие слонов, такой армии они не видели. У них запомнится это как год слонов. И в этом году родился пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассаляма. Поэтому называется год слона. Поэтому сейчас я хочу с большим, как говорится, радостью, удовольствием предоставить слово нашему брату, следующему лектору, наш Мухаммад, брат Алиев. Он является имам города Буйнаск. Аузу биллахи мин шайтану раджим. Бисмиллахи рахману рахим. الحمد لله وصلى الله تعالى وسلم على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья, уважаемые جماعت в первую очередь хочу поделиться с вами той радостью у нас вчера ночью была 12-я ночь то есть ночь рождения пророка Мухаммада صلى الله عليه وسلم и каждый из нас в меру своей любви к посланнику Аллаха صلى الله عليه وسلم провели эту ночь, пусть Всевышний Аллах примет благословение, поклонение, то есть тот салават, который мы читали на пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, и сделает наши эти действия такими действиями, которые помогут нам в самый необходимый момент, в самый трудный момент нашей жизни. И вторая радость, то, что сегодня я нахожусь в этом селении, Какамахи, то есть мечети, которая названа именем великого шейха Абдул-Вахид Афанди, Куддиса сирруху. Мы знаем, что благодать таких людей распространяется не только на родных, близких, а и на все село, и на всю республику. История предков. Мы знаем, вот во время Муса, алейхиссалям, когда Муса и Хизри, они пришли в гости в одно село, их не приняли. И после них, сколько лет прошло, после Муса, алейхиссалям, потом Иса, потом Мухаммад, саллиллаху алейхиссалям. Это тысячелетиями, вот эта история передавалась, и до наших дней эта история дошла. То, что они оставили след, это нам тоже. Если хороший след, для нас это хорошо. Если плохой, нам всем за это стыдно будет. Поэтому, дорогие братья, альхамдулиллах, что в этом селении такие выходцы, такие люди жили, и да не лишит Аллах нас их благодати в этом и на том свете. Также здесь находится очень много братьев. Мы видим, вы, наверное, лучше нас тоже эти истории пророка, саллиллаху алейхи вассалям, знаете. Почему? Потому что вот вы там сидите. Любовь к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, я уверен, в ваших сердцах намного больше, но сегодня нам предоставили возможность говорить, поэтому мы будем говорить, иншаллах, я думаю, от этого и мне, и вам всем будет польза. Дорогие братья, вот посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, среди курайшитов, среди меканцев жил достойным человеком. Они все его знали как достойного человека, человека, которому можно доверять, человек, которому можно верить, человек, которому можно доверять самое ценное. Его называли, они его прозвали Амином. И после того, как наш любимый пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, начал призывать людей ислам к истине, как здесь уже было сказано, от него отвернулись все, в первую очередь, его самые близкие родственники. И, естественно, пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, нуждался в помощи. Наша религия, дорогие братья, она передавалась от пророку, саллиллаху алейхи вассалям, его поддержали сподвижники. Всегда необходимо будет, чтобы наша религия передавать дальше, чтобы сохранить то, что у нас есть, то, что нам передали наши предки, всегда помощь, поддержка нужна будет.
Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, мы знаем, в доме Аркама, сподвижник Аркам, собирались 40 сподвижников. Посмотрите, нас здесь больше. Больше 40. Благодаря их усилию, благодаря их рвению, благодаря их переживанию, их любви к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, и к этой религии, сегодня здесь, находясь в этой мечети, мы все говорим «Ла Илаха Илляллах Мухаммаду Расулуллах». Их усердию, дорогие братья, то, что им не жалко было от своей жизни, они готовы были отдать все на этом пути, то есть на пути помощи посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Здесь о любви к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и о жизни пророка достаточно было сказано. Я приведу несколько примеров любви, как сподвижники любили посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Почему? Потому что в сравнении познается истина. Мы же тоже говорим, что любим посланника Аллаха. Посмотрите, обратите в любовь нас, любовь сподвижников. Абу Бакр Сиддик, рази Аллаху анху, это великий человек, этот близкий сподвижник посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Он говорит, когда мы переселялись из Мекки в Медину, в пути, я и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, нас мучила сильная жажда. Не было чем утолить эту жажду. И Абу Бакр Сиддик, рази Аллаху анху, говорит, я, говорит, поднес посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, молоко, разбавленное с водой. Я преподнес, а посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, выпил это молоко. И я утолил свою жажду, говорит Абу Бакр. Дорогие братья, у нас у каждого есть на этом свете человека, которого мы любим. Больше всех, кого мы любим. Вот представьте сейчас, у каждого человека же он есть. Больше всех, кого мы любим. Большинство здесь скажут, мать. Было ли такое, что когда ты испытываешь жажду, а твоя мать выпила молоко или воды, ты утолил жажду? Никогда. Примеры такой любви среди нас не существует. Абу Бакр Сиддик, ради Аллаху анху, он говорит, ваши уши не лгут. Вы услышали так, как я сказал. Посланник Аллаха выпил молоко, я утолил свою жажду, говорит он. Обратите внимание, дорогие братья, и в день взятия Мекки, день открытия Мекки, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, с 10 тысячами сподвижников пришел в Мекку, в этот день к нему привели отца Абу Бакра, Абу Кухафа. Принял ислам и дал присягу. Это было, конечно, его запоздалое решение. К этому моменту он уже был в преклонном возрасте, и он ослеп на тот период. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, Абу Бакру говорит, «О, Абу Бакр, почему ты своего отца не оставил дома? Я сам бы пришел бы к нему», говорит. Он говорит, «О, посланник Аллаха, ты больше заслуживаешь, чтобы к тебе приходили, а не ты сам». И таким образом в этот день принимает ислам отец Абу Бакра. И представьте нас вместо него. Всю свою жизнь Абу Бакр мечтал об этом. И в этот день его отец принимает ислам. В этот радостный день Абу Бакр, асхаб, рази Аллаху анху, заплакал. И сподвижники спрашивают, «О, Абу Бакр, сегодня день радости, сегодня не день слез, сегодня день радости, говорит, перед нами открыты все двери. Мы столько мечтали сделать таваф вокруг Каабы, вот она, открыто все, мы можем пойти делать таваф в любое время». В этот радостный день, в конце концов, твой отец принял ислам. Почему ты плачешь, о Абу Бакр, в этот радостный день? Посмотрите на его ответ. Он говорит, я хотел бы, чтобы сегодня вместо моего отца здесь находился Абу Талиб, дядя пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Если он принял бы ислам, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, больше обрадовался бы, говорит. Рази Аллаху анху. Вот такая любовь, дорогие братья, они испытывали к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. И когда он начал призывать людей в ислам, самые слабые даже среди них, вот элементарно возьмем пример, Ибн Мас'уд. Он каким человеком был? Он был низкого роста, худощавый, карликового роста был Ибн Мас'уд.
Когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, кто же пойдет к курайшитам, кто же пойдет к этим мекканцам и прочтет для них Коран, Ибн Мас'уд встает. Среди нас, дорогие братья, каждый из нас, наверное, выше, чем физически, выше Ибн Мас'уда и сильнее Ибн Мас'уда. Физически. Но посмотрите на его дух. Маленький Ибн Мас'уд встает и говорит, о, посланник Аллаха, я пойду. Читая сура Ар-Рахман, он подходит к ним, Абу Джахл подходит, мы знаем, Абу Джахл, он здоровый был, он взял его за ухо, порвал даже ему ухо. Но Ибн Мас'уд, они вообще, эти трудности, они вообще не чувствовали. Почему? Потому что они знали, что в том, что они делают, есть радость посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и довольство Всевышнего Аллаха. Для них это было самым важным. Дорогие братья, приведу еще один пример. Эти дни мы знаем, что это Рабиуль Ауаль, скоро этот месяц закончится. И настолько, как в этом месяце, мы часто о пророке не будем говорить тоже. Поэтому, пока есть возможность, надо часто об этом говорить. Дорогие братья, посмотрите, вот хадис есть такой, который передается муслимам. Иногда для помощи распространению ислама иногда нужна бывает физическая помощь, иногда нужна бывает финансовая поддержка, иногда нужна бывает моральная поддержка. И в наше время, когда мы один раз считали в одном городе, небольшой город, в этом городе где-то 50, 60, 70 тысяч людей проживают. И приблизительную статистику провели, сколько человек там, которые сигарету курят. И получается, когда мы все это посчитали, приблизительно около миллиона рублей в этом городе тратится ежедневно на курение. Вы представляете этот момент? Не говоря уже о спиртном, не говоря о других вещах. Около миллиона тратится за один день на курение. А когда мы для распространения ислама, нам когда что-то нужно бывает, миллион рублей кто дает? У нас мелочи. Дорогие братья, жалеть на пути ислама ни себя, ни свое средство, это нам не подобает. Почему? Потому что больше всего, чего мы боимся, это чтобы человек жил бедно. Вот бедности мы боимся. Вот имам Муслим, то, что передает хадис, в этом хадисе говорится, приведу человека, который жил на этом свете лучше всех. То есть все имущество, все, что он пожелал, Всевышний Аллах ему дал. Но он является обитателем ада. И приведут его, говорит, отпустят на мгновение ад. На мгновение. Когда его оттуда поднимут и спросят, ты когда-нибудь какое-то благо видел? На что он отвечает, нет, я никогда не видел блага. И также приведут, говорит, человека, который жил худше всех на этом свете. То есть в бедности, в проблемах, этот человек, разные болезни. Вот в таком состоянии человек жил, но он обитатель рая. И отпустят на мгновение в рай. И спросят, ты когда-нибудь какие-нибудь проблемы видел? Он скажет, нет. То есть мгновение рая или ада заставляет нас забыть прожитую нами всю жизнь. Поэтому, дорогие братья, мы все разумные люди, каждый человек должен на этом пути стараться, на этом пути отдавать себя и все, что у него есть. У нас должна быть эта ревность. Ревность, коллеги, посмотрите, в мире есть, дорогие братья, миллион сердец, которые любят посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, больше нас. Нас это не задевает. За это мы не переживаем. Почему в этом мире кто-то должен любить посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, больше тебя? Почему не ты? Почему кто-то в этом мире должен делать больше на пути ислама и на пути посланника Аллаха что-то? Почему не ты? Этот вопрос мы должны задавать себе. Пусть Всевышний Аллах и мне, и вам всем поможет, дорогие братья. Истинной любовью любить посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. А любленные сердца, они подчиняются тому, кого они любят. Элементарно, мы знаем, Лейла и Маджнун, это история, которую имам Газали приводит в книге Ихья, в своем книге приводит. Лейла и Маджнун,
Они как себя вели? Маджнун, он, проходя возле дома Лейлы, он стены целовал. И он говорил: я целую эти стены не потому, что я влюблен в них, однако я люблю ту, которая находится за этими стенами. Мы любим посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, дорогие братья. И все, что с ним было связано, и то, что все, что он нам оставил, тоже мы должны любить. Пусть Всевышний Аллах нам всем поможет, баракаллаху всем, и пусть Всевышний Аллах примет наш маджлис. И как здесь нас сегодня Всевышний Аллах собрал, пусть Всевышний соберет нас в день Великого Суда под знаменем нашего любимого пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ва алейкум ва рахматуллах. Пусть Аллах будет доволен и Аллах вами. Как раз вот это величие и нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям, этим и заключается то, что единственный человек, которых знал историю всех пророков прежних, это был пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому у нас, альхамдулла, и тем более мы, наши поля, мы сами видим, как уже готовы давать посев. Это Аллаху Та'аля дело, чтобы они дали вам, людям, и люди распоряжают этим имуществом. Поэтому понятно, что с капусты закат не полагается, но надо задуматься тоже, над чем вам есть уже задуматься. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, читая Коран, аят, и Аллаху Та'аля нам тоже это приводит, вот этот сурат, такой интересный момент из аят, где Всевышний Аллах Субханаху Та'аля говорит: «Ма гарраку би раббика аль-карим». Аллаху Та'аля обращается к каждому инсану, человеку говорит: «Бисмилля рахману рахим». «Я айюха инсан», «О человек», «О человек». Аллах не говорит верующий, он говорит: «О человек». «Ма гарраку би раббика аль-карим». «Что же тебя от меня отвлекло? Что же тебя от меня отвлекло? Ведь я тебя создал здоровым, чтобы ты меня поминал. Сделал, дал тебе богатство, чтобы ты помогал людям. Дал тебе все, чтобы ты про меня не забыл. А ты что сделал? Что тебя обманул, о человек?» Поэтому такой вопрос, уважаемые братья, должен задаваться каждый человек для себя, чтобы он знал: а что ты сделал сегодня для ислама? Ведь то, что здесь имам рассказывает, это же он не рассказывает от себя и для себя. Он нам это рассказал, что жизнь человека настолько коротка, что у нас немало случаев. Вот я сам был свидетелем того, говорит, ДТП, который утром родители такие довольные отправили своих сыновей на, скажем, свадьбу, кортеж, свои машины, иномарки, приоры. И вот это село, не хочу это имя село тоже озвучить, потому что неприятно, когда ты картину вспоминаешь. Вечером все село вместе встречали один газель и 7 трупов. 7 джаназа встречали этот вечер. Утром проводили радостью своих детей на свадьбу, а возвращали джаназа. Что случилось? ДТП случилось. Кто гарантировал им этот, как говорится, что никто ожидал, что такой смерть будет? Никто не ожидал. Поэтому Аллаху Та'аля нам дает, поэтому нам и говорит: «Ма гарраку би раббика аль-карим», «О мой раб», «Что тебя обмануло, о мой раб?» Поэтому не поддавайся этим обманам, не поддавайся этим соблазнам. Богатство Аллах дал. У нас тоже очень то, что многие забывают. В первую очередь, когда у нас состояние имеется, надо держать рядом, дружить с имамом. Почему? Потому что он наместник, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, рядом с тобой на земле. Ведь судный день он будет помогать тебе, если ты будешь с ним вместе двигаться, да, скажем, советоваться. Он же наследник пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому мы должны вместе, это же религия нам Аллаху Та'аля дал для чего? Что мы с вами узнавали, изучали, рассказывая о суннате пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Вот сунна, да, мы говорим, вот многие из нас, я даже встречал ребят, вот даже буквально вот недавно толпа ребят выходит возле ворот, возле двери мечети, Рузман только имам салам дал, выходит. Я у нас спрашиваю: братья, это же после джума намаз есть суннат намаз, ратибат называется, куда уходит? Понятно, что обедение уже не делается, ратибат же есть, куда уходит? Это же сунна. Можно его не делать, получается. Сейчас такой момент у нас. Можно его не делать, говорят. Оказывается, вот эта книга тоже, вот это Кура Мухаммад Хаджи приводит этот хадис пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. За каждый суннат вещь в раю обещано вознаграждение. За каждый суннат вещь. Вплоть до того, что ты просыпаешься, говоришь «Альхамдулля», ложишься, говоришь «Бисмилля». Вот делаешь сивак. За каждый суннат вещь, говорит, в раю имеется вознаграждение. И тебе Аллах покажет это в раю. Ты это увидишь. И тебе скажут: этот уровень полагался тому, кто соблюдал эту сунну.
Раз ты эту сунну не соблюдал, пренебрегал, это уровень тебе можно не давать тоже. Вот поэтому это кайда и сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это пример для нас. Поэтому пусть Аллах поможет нам. Хабиби, я хабиби, я хабиби, хабиби, анта касди, я муради. Хабиби, я хабиби, я хабиби, хабиби, анта касди, я муради. Аллах ба сайди. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا موسى мы знаем и понимаем, сколько бы мы не благодарили Всевышнего Аллаха, у нас не в силах. Сколько мы про пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не рассказывали, вот рассказывать его про это все невозможно. Поэтому, как со своей стороны, как вариант, предлагаю единственный выход, чтобы хотя бы отцы, наши вот люди, взрослые, которые ответственны перед своей семьей, вот эту книгу, такую книгу примерно, это книга Кура Мухаммад Хаджи Рахималлах, «Семь лучей солнца». Он приводит семь чудес пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, который для чего и за что стоит изучать жизнь пророка, саллаллаху алейхи ва саллама. Исходя из этого, вот для себя я, например, его купил, взял, читал. Альхамдулилля, сейчас каждый день тоже детям рассказываю. И вот это в моментах видишь и наблюдаешь сам, как дети
стараются тоже как-то, да, примерно при даже питье воды садятся, при омовении, когда стараются, бисмилля, уже примерно сивак стараются. Вот это все суннат, вроде бы кажутся мелочи, но когда мы сами стараемся, Аллаху Та'аля, их дети тоже учат нас к этому. Поэтому Всевышний Аллах Субхана, так что нам говорит? Он говорит, как раз, когда человек, о мой раб, ты мне подчиняешься, я твое сердце озарю моим светом. Поэтому нам за это нужно благодарить Аллаха, за то, что Аллах дал нам такого великого пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, за то, что дал нам таких великих наставников, которые Аллаху Та'аля говорит, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллам, приводит, что сами наиревнивый является Всевышний Аллах, поэтому берегите ваше сердце. И сами наиревнивый является я тоже по отношению к вам, моя община. Вы тоже стараетесь, да, примерно вот изучить мою жизнь, чтобы вы следовали за мной. Ибо, еще раз говорим, невозможно следовать за пророком, саллаллаху алейхи ва саллама, говоря просто на словах, не зная о жизни описания посланника Аллаха, алейхи ва саллама. И мы с вами сегодня, если даже будем изучать, стараться вот жизнь этих великих машаихов, духовных наставников, на самом деле меру даже, как говорится, миллиметр не отходит от пути посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллама. Поэтому человек, который говорит, я являюсь муридом, да, человек, который говорит, я люблю пророка, я люблю наставников, он должен стараться быть убежденным, что этот человек, тот человек, который тебя отведет к посланнику Аллаху, саллаллаху алейхи ва саллям, доведет до Всевышнего Аллаха, субхана ва та'аля. А когда мы так, у нас будет такой итикад, якин не будет, у нас потом такие появляются у нас непонятные скандалы между муридом, субханаллах. Потом то, что машаих повелевает, многие у нас хотят и веления, которые Аллаху Та'аля дал нам, многие из-за недопонимания. Для этого Аллаху Та'аля дал нам алимов. Поэтому не нужно себя огораживать. Многие у нас, которые есть братья, слушая непонятных интернетовских алимов, оставляют примерно. Некоторые намаз оставляют, некоторые эти вещи оставляют. Но ты кого слушаешь? Если ты наставника не видишь, наместника, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, кто тебя спасет? Ты кому нужен? Если ты в алиме, алима не видишь. Поэтому нам надо уважать своих алимов. Альхамдулла, у нас они есть. Мы должны за них любить, мы должны за них держаться. Поэтому я сейчас с большим удовольствием хочу предоставить слово нашему брату, имаму нашего района Левошинского, Ахмад Гамзатов. Альхамдулиллахи Раббиль Аламин, вассалату вассаляму аля ашрафил мурсалин, сайидина ва набийина ва мавляна ва курата инна Мухаммаду Расулуллахи, саллаллаху та'аля алейхи ва саллям. Дорогие мои братья, глубоко уважаемый джамаат, алими, гости, ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. В первую очередь хочу поздравить всех присутствующих, всех мусульман с этим великим месяцем, месяцем, который родился наилучший из творений Всевышнего Аллаха, самый лучший из людей, тот, ради кого Всевышний Аллах создал этот мир и все, что находится на этом свете, тот, кого Всевышний Аллах сам восхвалил и повелел, и восхваляют его ангелы, и повелел нам с вами тоже восхвалить его месяц, которым родился Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Наступил месяц Рабиуль-Ауаль, месяц, который мусульмане всей нашей планете, вся наша умма радуется, восхваляют Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, читают мавлид, салават, собираются на таких прекрасных мероприятиях, маджлисах, на мавлидах. И как же нам не радоваться, как же нам не собираться, как же нам не читать мавлиды, как же нам не восхвалять Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда сам Всевышний Аллах в Священном Коране говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, куль би фадлиллахи ва би рахматихи фабидзалика фальяфраху». Всевышний Аллах говорит: «Вы радуйтесь, говорит, достоинству и милости Аллаха, вы радуйтесь, говорит Всевышний Аллах». Толкователи Корана, толкуя этот аят, они говорят, что в этом аяте милость, под словом милость подразумевается, говорит, это говорится о пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, а достоинство это Коран, речь Всевышнего Аллаха, который Всевышний Аллах ниспослал нам всем. И Всевышний Аллах нам повелевает, чтобы мы радовались этим двум событиям. И нам было сказано, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в священном хадисе говорит: «Ла юмину ахадукум, хатта акуна ахабба илейхи мин валидихи ва валадихи ва наси аджмаин». Не уверует ни один из вас, ни один человек не уверует,
до тех полноценной верой, до тех пор, пока вы не полюбите меня больше, чем своих родителей, больше, чем своих детей и всех людей. Ибн Заддан, комментируя этот хадис, он говорит, во-первых, идет речь о любви, связанная с уважением, с почитанием, подобно любви детей к родителям. Как мы любим родителей? Уважая, почитая, страхом. Именно вот такой любовь, говорит, должна быть по отношению к пророку, саллиллаху алейхи вассаляма. Во-вторых, это любовь, говорит, имеющая отношение к милосердию, состраданию, подобно любви родителей к детям. Вот такое тоже любовь должна быть, говорит, к пророку, саллиллаху алейхи вассаляма. Также, в-третьих, любовь должна быть как у рядового человека к рядовым людям. И вместе со всем этим, больше всего этого, мы должны любить пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Есть некоторые, в некоторых хадисах говорится больше, чем самого себя. До тех пор, пока мы не полюбим пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, больше, чем все, что есть на этом свете и весь этот мир, наш иман, оно не будет полноценным, дорогие мои братья. Мы постоянно говорим о любви к пророку, алейхиссалату вассалям. Но почему мы должны любить пророка, алейхиссалату вассалям? На это есть очень много причин. Перечислим некоторые из них. Первое, потому что он любимец Всевышнего Аллаха, Хабибуллах. Потому что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, он является любимцем Всевышнего Аллаха. Второе, потому что он указал нам на благо этого и того мира. Пророк, алейхиссалату вассалям, он, как нам сказал Мухаммад Хаджи, он указал нам все, что необходимо. Пророк, алейхиссалям, он открытая книга для всех людей. И тот человек, который последует за ним в действиях, в словах, во всем своей жизни, этот человек непременно он окажется в судний день рядом с пророком, алейхиссалату вассалям. И он окажется в судний день из числа обрадующихся. И именно поэтому тоже мы должны любить пророка, алейхиссалату вассалям. Он также указал нам счастье этого мира. Если мы будем следовать за посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, если мы будем следовать за его сунной и будем держаться за жизнь пророка, алейхиссалату вассалям, непременно в человеке появится такое качество, такой характер, как хуснул хулук. И это качество, именно то качество, которое украшает человеку этот мир, которое приводит его, чтобы его полюбили люди на этом свете, окружающая среда, уважали его, почитали его, чтобы люди тянулись к нему. И в судний день это то качество, которое приблизит его к пророку, саллиллаху алейхи вассаляма. Это то качество, которое полюбит его Всевышний Аллах посредством нее и в судний день окажется рядом с пророком, алейхиссалату вассалям. И который пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, в священном хадисе сказал, хуснул хулук – это то качество, которое, когда он сказал, самый любимый человек для меня и самый приближенный человек по отношению ко мне в судний день – это тот человек, у которого есть хуснул хулук, красивый нрав. И он говорит, самый ненавистный человек для меня и самый отдаленный человек от меня в судний день – это тот человек, который нету благого нрава, жесткий, черствый человек. Далее, он является милостью для всех миров. Пророк, алейхиссалату вассалям, милостью для всех миров является. И Всевышний Аллах в Священном Коране говорит, «Аузу биллахи мина шайтанир раджим, ва ма арсалнака илля рахмата лиль аламин». Всевышний Аллах говорит, «Я не ниспослал тебя, кроме как милостью для всех миров». Это все, что все помимо Всевышнего Аллаха. Все творение, не только люди, не только мусульмане, это и люди, это и мусульмане, и не мусульмане, это и джинни, и этот весь мир, и все, что находится на этом свете, вся планета, все, что есть, помимо Всевышнего Аллаха, для всех он является милостью. И когда Джибриль, алейхиссалям, сказал пророку, алейхиссалату вассалям, об этом, пророк, алейхиссалям, спрашивает у Джибриля, я Джибриль, понятно, что я являюсь милостью для всех миров, вот для тебя, какой милость для тебя от меня и за меня? На что Джибриль, алейхиссалям, сказал, после того, как Иблис был проклят и изгнан, я всегда боялся, что я тоже окажусь в этом списке.
И когда Всевышний Аллах не спасал в священном Коране Алхам, у меня появилась уверенность, что я не окажусь из этого числа. Поэтому из-за того, что пророк, алейхиссалям, является милостью для всех миров, из-за этого тоже мы должны любить его. Далее, если мы будем любить пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, то нам обеспечена защита в судный день. Если мы будем любить пророка, алейхиссалату вассалям, то непременно мы будем придерживаться его пути. Если мы будем придерживаться его пути, то непременно мы окажемся рядом с ним в судный день в раю. И поэтому за это тоже мы обязаны любить пророка, алейхиссалату вассалям. Далее, это основа нашей религии. Мы сказали, что наша вера, она вплотную связана с любовью пророка, с пророком, алейхиссалату вассалям. Что наша вера, она неполноценна до тех пор, пока мы не полюбим его. И наша вера, она вплотную связана. Если мы не любим пророка, алейхиссалату вассалям, наша вера, она неполноценна. Поэтому мы обязаны любить его, чтобы усовершенствовать свою веру. Далее, потому что он сам нас любит. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, нас любил. Однажды рассказывает, что пророк, алейхиссалям, плакал. Сподвижники удивленно спрашивают: «Я, Расуль Аллах, что привело тебя к этому? Почему ты плачешь?» Он говорит: «Я соскучился по своим братьям». Сподвижники удивленно говорят: «Я, Расуль Аллах, не мы ли твои братья? Мы же рядом». Он говорит: «Нет, вы мои сподвижники. А мои братья – те люди, которые придут после меня, которые меня не увидели, но уверовали в меня и следуют за мной. Именно о нас с вами говорил пророк, алейхиссалату вассалям. И он жаждал видеть нас, он скучал по нам. Именно и поэтому, потому что он любил нас, и за это тоже мы обязаны любить пророка, алейхиссалату вассалям». Далее, кто не любит пророка, алейхиссалату вассалям, может оказаться из списка лицемеров. Да защитит нас Аллах от этого. Поэтому мы обязаны любить пророка, алейхиссалату вассалям. Далее, любовь к нему – это лекарство для наших сердец. Любовь к пророку, алейхиссалям, это лекарство для наших сердец. Дай Аллах, чтобы Всевышний Аллах поставил в наших сердцах любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассаляма. Далее, что приводит к этому любви, дорогие мои братья? Что мы должны воспитать в себе, на что мы должны постоянствовать, чтобы мы полюбили пророка, саллаллаху алейхи вассаляма? Это первое. Это изучение сирри пророка, алейхиссалату вассалям. Изучать жизнеописание пророка, алейхиссалату вассалям. Сегодня было много об этом сказано. Если мы будем изучать жизнеописание пророка, алейхиссалату вассалям, о его достоинствах, будем изучать о его жизнеописании, будем рассказывать своим детям, то непременно это приведет нас к любви к пророку, алейхиссалату вассалям. Второе, это соблюдение адаба, этики. Во всем придерживаться сунны пророка, алейхиссалату вассалям. И когда мы соблюдаем эту сунну, например, когда человек заходит в мечеть, чтобы он зашел с правой ноги, и что он понимал, что это сунна пророка, алейхиссалату вассалям, чтобы он представлял пророка, алейхиссалям, входящий в мечеть, и повторяя за ним, что он тоже с правой ноги заходит в мечеть. Когда он моет до еды, когда он моет руки, чтобы человек понимал, что это сунна пророка, алейхиссалату вассалям. И что он представлял, что пророк, алейхиссалям, вот так мил руки и повторяя за ним, соблюдая эту сунну, если он будет эти руки мить. Делая сивак, что он понимал, что это сунна. Что он представлял пророк, алейхиссалям, сивак, который делает, и повторяя за ним, что это сунна пророка, алейхиссалату вассалям, делает сивак. И вот такое отношение к сунне пророка, алейхиссалату вассалям, вот такое отношение к адабу, если у нас будет, то это тоже непременно приведет нас к любви к пророку, саллаллаху алейхи вассаляма. Далее, это частое произношение салавата, приветствия пророка, алейхиссалату вассалям. Это тоже приводит к любви к пророку, алейхиссалату вассалям. О том, что о салавате на пророка, алейхиссалату вассалям, есть очень много хадисов. Не будем удлинять, расскажем один хадис. Однажды Абдурахман ибн Аф, когда шел, он увидел, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, заходит в сад. У пророка, алейхиссалям, был сад, который он кормил бедняков, чисто для бедняков, которые он держал. И Абдурахман ибн Аф видит, что пророк, алейхиссалату вассалям, заходит в этот мечеть. И Абдурахман ибн Аф последовал за ним, заходя в сад, он увидел, что пророк, алейхиссалату вассалям, находится в сужде, в земном поклоне.
Абдурахман ибн Аф решается подождать его, и пророк, алейхиссалям, настолько долго остался в сужде, что Абдурахман ибн Аф испугался, что пророк, алейхиссалату ассалям, покинул этот мир. Испугавшись, у Абдурахмана ибн Афа потекли слезы, он начал плакать. И когда пророк, алейхиссалям, услышал его плач, он сказал: «Кто тут? Абдурахман, это ты?» — спросил пророк, алейхиссалату ассалям. Абдурахман ибн Аф говорит: «Да, это я, я Расул Аллах». И пророк, алейхиссалям, спрашивает у него: «Что тебя привело к этому плачу? Что заставило тебя плакать?» И Абдурахман ибн Аф говорит: «Я Расул Аллах, когда ты долго задержался в земном поклоне, я испугался, что ты покинул нас, и это привело меня, заставило меня плакать». И тогда пророк, алейхиссалям, говорит, рассказал, за что он так долго находился в сужде. Он говорит: «Ко мне пришел ангел Джибриль, и он сказал: „О Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, обрадуйся и обрадуй свою умму, что тот человек, который благословит меня однажды, Всевышний Аллах благословит этого человека десятикратно, и я сделал этот поклон от благодарности Всевышнему Аллаху». Когда услышал этот радостный новость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал сужда и долго находился на этом сужде. Также то, что приводит к любви к пророку, алейхиссалату вассалям, это зиярат к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, посетить его могилу в Медине. Пророк, алейхиссалату вассалям, в священном хадисе говорит: «Ман зара кабри ба'да аль-маути, факааннама зарани фи хаяти». Тот человек, который посетит меня после моей смерти, то этот человек, это как будто он посетил меня при жизни. Посещение пророка очень сильно приближает к мумина, к его времени и к его образу. И всем желаю побывать там. Дай Аллах Всевышний, Аллах нам сделает ризк за это. Имам Навави, имам Ибн Касир Ас-Суюти приводят интересную историю, которая произошла про вот имаму Утби, который он однажды, когда находился в Медине, он видит, что пришел бедуин, подошел к могиле пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, и он, подойдя к могиле, говорит: «О Всевышний Аллах, ты говоришь в своем Коране: „Ауду биллахи минаш шайтанир раджим“: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لهم رسول لوجدوا الله توابا رحيما. Он говорит, смысл этого аята, Всевышний Аллах говорит: «Если бы те, кто притесняли себя, совершая греховное, пришли к тебе и попросили бы прощения за грехи, и пророк попросил бы у Всевышнего за них прощения, то они непременно нашли бы Всевышнего Аллаха прощающим и милосердным». После прочитания, он прочитал этот аят, и после этого он, обращаясь к пророку, алейхиссалату ассалям, говорит: «О пророк Аллаха, я Расул Аллах, заступись за меня, сделай мне шафаат», говорит он. После этих слов бедуин ушел, и этот имам, он уснул. Когда он уснул, пришел пророк, он увидел пророка, алейхиссалату ассалям, во сне, и он говорит имаму Утби: «Иди, догони этого человека и скажи ему, что Всевышний Аллах простил этого человека. Дай Аллах нам всем так ризк, чтобы мы были в Медине и посетили пророка, саллаллаху алейхи вассаляма». Дорогие мои братья, нам необходимо воспитать в себе эту любовь. Нам необходимо воспитать в наших детях эту любовь. Если мы начнем изучать жизнеописание пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, если мы начнем обучать этому своих детей, то непременно наши дети и наше общество полюбят пророка, алейхиссалату вассалям. Если мы полюбим пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, то мы непременно мы придем к придерживанию сунны пророка, алейхиссалату вассалям. Если мы будем держаться за сунну пророка, алейхиссалату вассалям, валлахи, наше общество поменяется за короткое время. Мы станем благонравными, мы станем уважать друг друга, мы станем почитать друг друга. И отношения между нами улучшатся, любовь между нами усилится. И это непременно приведет нас в рай рядом с пророком, саллаллаху алейхи вассаляма. Поэтому, дорогие мои братья, нам нужно работать. Мы, к сожалению, мы не обращаем на это внимания.
К сожалению, наши дети знают больше о киноактерах и о футболистах, чем о пророке, саллаллаху алейхи вассаляма. Это наша вина, дорогие мои братья. Как наши дети будут узнавать об этом, когда мы сами об этом не знаем? Мы свидетели того, что на таких маджлисах, когда задают вопросы, элементарные вопросы, связанные с жизнеописанием пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, мы не знаем об этом. Бывают такие вопросы, которые мы не находим ответ. Джамааты не могут отвечать на это. А это обязанность. В книгах мы встречаем такие слова, что обязанностью родителей является обучать своих детей жизнеописанию пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, до того, как мы будем обучать их намазу. Это обязанность родителей, дорогие мои братья. Ас-салату имаду-д-дин, говорится в хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Намаз – это опора религии. Обратите внимание, до тех пор, пока мы установим и вот опору религии, нам говорят сперва, обучите своих детей жизнеописанию пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Почему? Потому что посредством этого наш ребенок получит все остальное. Если он не будет следовать жизни пророка, алейхиссалату вассалям, если он не будет придерживаться сунни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то непременно мы воспитаем своих детей именно такими, которые нам рассказывал наш брат Абдул-Хамид, которые не будут разговаривать с своими родителями, которые не будут уважать их, почитать их. Дай Аллах нам сил и возможности, в первую очередь, чтобы мы изучали жизнеописание пророка, алейхиссалату вассалям, и чтобы обучали своих детей. Дай Аллах, чтобы этот маджлис стал причиной этому. И посредством этого, что мы начали изучать жизнеописание пророка, алейхиссалям, посредством этого, чтобы наша жизнь улучшилась. И судный день, дай Аллах, чтобы Всевышний Аллах нас всех собрал рядом с пророком, саллаллаху алейхи вассаляма, в раю. В первую очередь хочу поблагодарить наших алимов, которые приехали к нам, поддержали нас и выступили перед нами. И дай Аллах нам сил и возможности слушать, слышать и следовать за тем, что наши алими нам говорят. И хочу поблагодарить всех присутствующих. Дай Аллах, чтобы Всевышний Аллах нас всех собрал рядом с пророком, алейхиссалям, в раю. И да обрадует вас Всевышний Аллах нас всех наилучшими радостями в судный день. Вальхамду лиллахи раббил аламин. Сайбахандан махлупат, ака подсе шафелес,
شكر بل نشاني تمام بارس حيرها قرقلو تدر جرتي لارن العقي معدل تاس رايق سيقمة مدس بجر دي عادي الكورة رحمة ليسا يورك بسي إيوارك إلسا يحالي نوشال أقريبي كوزات بلا حائل استعظيم مرحبا حبيب الله أشكر دين الهدى مرحبا حبيب الله أشكر دين عز العرب مرحبا حبيب الله أشكر دين أبو القاسم مرحبا حبيب الله أشكر دين أبو طيب مرحبا حبيب الله أشكر دين نعمة الله مرحبا حبيب الله أشكر دين روح القدس مرحبا حبيب الله أشكر دين عين العز مرحبا حبيب الله أشكر دين عين النعيم مولد خلا باريلي صحبة لداك الرانو وشيح راحل دلي تلا سبعة زي حبيب شفعت برجل شيح كل زل الرانو صايقو مجلس لزي تلا سبعة زي حبيب حد أمت لدرجلس رازي دشلر لدانو رازي دشلي ورخي كاس ديلا سبواش حبيب حولو نلجي دل خولي دوشا دشلي سردانو جواب رازي لبارا ديلا سبحازي حبيب ديجي حجي لبديلي صلا ديكي لرانو رحمه بوتس خواشي تلا سبحة زي حبيب هداية لا انظر بي أبكس حدير الرانو وكني راحلي واشي تلا سبحة زي حبيب قدب أقر طماليس عيب ما بيرد طاها بشتا تاني بيت الله قدب بي أصحابي رد قدم بطني ديكيني بحنا بكبير سينو نوشال قدم بطني ليس اتقي شهور خيطاها يا ربي جا قدرا حبيب لا حبر رحرا موريتي تما داشيل صلاة صلاة مليجيني يا ربي رزقي لقى حبيب راشا فاترا اشنو شالا مجلس لي صلاة ديك يهار الليس آمين الله يا الله آمين الله يا الله آمين الله يا الله قبل بارا يا الله مرحبا حبيب الله أشكر دي رسول الله مرحبا حبيب الله أشكر دي رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولذكر الله أكبر تعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Хотелось бы сказать всем баракаллах. И в конце хотелось бы предоставить слово нашим уважаемым, чтобы поблагодарил гостей, пришедших людей, нашему брату, имаму Юнус, пожалуйста. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые гости, уважаемые сельчане, поздравляю вас с днем рождения нашего любимого пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Желаю всем нам следовать его сунне дуньялай и желаю, что Аллах нас собрал под его знамени лива ульхамд в ахирате. Пусть Аллах возвысит за каждый шаг на мавлид дараджа в раю и пусть смоет за каждый шаг ваши грехи. Джунайд аль-Багдади
говорит: «Ман хадара мавлидар расули ва аддама кадраху факад фаза бил иман». Тот, кто придет на мавлид посланника Аллаха и возвеличит его достоинство, то он осчастливился иманом. Ас-Сари сакати говорил: «Ман касада мавди ан юкра фихи мавлид ан-наби саллаллаху алейхи вассалам, факад касада раудатан мин риядил джанна, лианнаху ма касада далика ал-мавдиа илля лимахаббати ар-расул, вакад кала алейхи ассалам: ман ахаббани кана маи фил джанна». Тот, кто сделает намерение идти на то место, где читают мавлид, то он сделал намерение идти в райский сад, потому что он сделал намерение идти туда из-за любви посланника Аллаху, саллаллаху алейхи вассалам. Воистину Расулуллах сказал: «Кто любит меня, то он будет вместе со мной в раю. Дай Аллах нам тоже быть в раю вместе с посланником Аллаха». Имам Яфий аль-Ямани сказал: «Ман джама лимаулидин набии саллаллаху алейхи вассалам ихванан, ва хайя атааман, ва ахла маканан, ва амала ихсанан, ва сара сабабан ликараати маулидир расул, ба'атаху Аллаху яума ал-Киямати ма'ас сиддиқина ва-шухадаи ва-салихин, ва якуну фи джаннати ан-наим». Тот, кто соберет братьев для чтения мавлида, приготовит еду, приготовит место для чтения мавлида и станет причиной для чтения мавлида, то Аллах его воскресит в судный день вместе с праведниками, шахидами и хорошими людьми. И он будет в раю, сказал. Дай Аллах тем, кто участвовал и стал причиной для этого мавлида, быть в раю вместе шахидами и праведниками. Амин. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.